привет! Это Crazy Cat. Сегодня я покажу вам, как сделать очаровательное колечко из фахан. Этот макарон делается раза в два больше размером, чем стандартный, и подается скорее как пирожное, нежели печенье. Для работы нам понадобится полимерная глина фима красного, белого и нежно-розового цветов, белые листочки, круглый катер, насадка для крема, ажурная основа для колечка, суперклей, фимогель и зубочистка. Раскатываем пласты нежно-розового цвета, выкладываем на листочки, накрываем пакетиком или пищевой пленкой и вырезаем катером две основы коржа. Взрыхляем края заостренной зубочисткой. Запекаем. Разминаем белую пластику и выдавливаем крем через кондитерскую насадку. Если пластика недостаточно мягкая для выдавливания, то можно добавить немного фимогеля. Раскатываем тонкую колбаску красного цвета, нарезаем на много-много маленьких кусочков, катаем из них шарики и на зубочистку нанизываем небольшой кусочек красного цвета и начинаем выкладывать шарики. Затем чуть-чуть прижимаем шарики, чтобы они плотнее сцепились, но не деформируйте их. И иголкой делаем небольшие вмятинки на каждом зернышке. У нас получатся малюсенькие малинки. Теперь коржи смазываем фимогелем и выкладываем кусочек пластики в центр, чтобы у нас там не осталась пустота. И выкладываем малинки. Крем немного вытягиваем, если он очень крупный. Закручиваем, отрезаем небольшие кусочки, соединяем концы этого кусочка и располагаем крем между малинок. Выкладываем еще кусочек белой пластики и накрываем вторым коржом. Отправляем запекаться. Смазываем в серединке сверху фимогелем, раскатываем маленький кусочек красного цвета и нарезаем сначала на полоски, а затем на кубики и выкладываем сверху. Отправляем на финальное запекание. Немного шлифуем и выравниваем нижний корж, чтобы он ровно лег на основу кольца. И, наконец, клеим из фахан к основе кольца с помощью клей-момента. Вот такое сладкое и яркое колечко у нас получилось. Оно очень легкое и очень необычное. Такая сладкая изюминка в образе истинной сладкоежки. Дерзайте, пробуйте, творите. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и сумасшедшего вам вдохновения. Пока!
Yeah.